Петя, холодная, промозглая такая погода, туман как-то помешало тренировке, настрою на завтра? Нет, наоборот. Наоборот, какой-то заряд был такой. Влажная погода, можно и покатиться, подкат сделать, можно как... Не то, что жарко, задыхаясь, а здесь вот воздух какой-то чистый, хороший. И легко дышится, хорошо бегается. Скажи, в Актобе все считают, что наша команда просто обязана проходить этого соперника. Насколько ты считаешь, это легко или все-таки придется побороться с ним? Нет, это будет очень сложно. И я хочу всех предостеречь, не надо раньше времени делать выводы, что мы уже прошли. И поле, и погода, и команда очень хорошая, и будет очень сложно. Потому что команда, мы смотрели, очень организованная. И будет очень сложно. Скорее всего, задача тренерского штаба предельно аккуратно и строго сыграть в обороне, а потом уже попытаться что-то сделать впереди, либо установка будет на атакующий футбол. Я думаю, будет строго сыграть сзади и агрессивно сыграть впереди. Строго оборонительного футбола, я думаю, не будет, потому что нельзя два тайма обороняться. Надо обязательно атаковать, и на выезде надо гол забивать. Я думаю, мы будем предельно аккуратно играть сзади и очень остро будем впереди играть. Спасибо. Пожалуйста.